Наши атлеты, которые не получили приглашение в Пхёнчхан, продолжают добиваться справедливости. Они подали коллективные иски в суд первой инстанции трибунала Лозанны и спортивный арбитраж с требованием обязать МОК допустить их к играм. В документе говорится о злоупотреблении Международным олимпийским комитетом своей монопольной позиции. Поясняется, что его действия выходят далеко за рамки требований исполкома от 5 декабря. Подчеркивается, что идет дискриминация по принципу гражданства и нанесен ущерб репутации и профессиональной карьере. Всего 32 отца. Шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежец Денис Юсков и другие сильнейшие спортсмены, не причастные к допинговым историям, но не допущенные к Олимпиаде. Ожидается, что первые слушания состоятся завтра.